Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале. Поступил запрос на, скажем так, порядок моделирования вот таких вот 3D-панелей трехмерных, декоративных. Ну вот как-то это вот имеет вот такую всю кривизну. Вот надо немножко выравнивать. Но в целом я предлагаю рассмотреть подход по созданию такой вот декоративной 3D-панельки. Для начала необходимо вставить картиночку нашу ссылочную. Давайте на вид впереди. Каким-то образом масштабирую. Далее создам эскиз. Ну и как-то сейчас все это вот так отобразим. Потом отразим. Нет, не все. Так, зеркально все вот так вот отобразим. Нажмем Finish Sketch. На всякий случай проэкструдируем все где-нибудь на 1 мм. Отключим видимость нашего скетча. Предлагаю правой клавишей здесь по корневому компоненту кликнуть. Do not capture design history. Continue. Мне так нравится просто. Удобно возвращаться к инструментам Freeform'а. Перехожу в инструмент Face, ставлю галочку Snap Object, и видим, что здесь у нас вот такой вот гребешок есть на нашей плитке. И я предлагаю класть Face в соответствии вот с этим вот направлением. Поехали дальше, немножечко видео ускорю. Так, получил вот такой вот элемент. Теперь необходимо его зеркально отобразить. Инструмент, предлагаю, Flatten. Выбрать все вот эти вот точки наши. Выбрать Select Plane и выбрать нашу поверхность. Окей. Так, отключу наше тело. Теперь можно с помощью Mirror Duplicate это зеркально отобразить. И нажму ОК. Верну тело. Ровная поверхность такая достаточно. Предлагаю на самом деле еще нам попробовать инструмент Interpolate. Окей. Так, посмотрим. Да, вот видим до Interpolate, после. Edit Form. Да и просто на самом деле выбрать вот эти вот грани. И тянем вверх. Теперь можно немножко по точкам сделать. В принципе, вот такая вот плавненькая волна у нас здесь уже получилась. Давайте посмотрим. Interpolate поможет ли нам немножко все это сгладить. Если хотим сделать более острую грань, можем, например, применить сюда криз. Если продолжить дальше. Здесь, пожалуй, закончу. Окей. Так, инспект, зебра анализ. И вот, в принципе, вот такую вот штуку у нас здесь получилось сделать. Если убрать анкриз, то есть убрать наше острое ребро. Посмотрим сейчас на зебра-анализ. Вот что-то вот вроде такого. Достаточно плавненько. Давайте еще немножко предлагаю поиграть с формой здесь. Поднять, развернуть немножко все это. Так, здесь, наверное, сузить масштаб. Немножко вывернуть.
туда вот приподнять. Здесь также, пожалуй, изменим масштаб. И здесь. Окей. А далее тучу наше базовое тело. Двойным кликом. Иду обязательно вид сверху. Edit form. Alt. И вытягиваю в эту сторону. Двойной клик. Alt. Вытягиваю. Двойной клик. Alt. Вытягиваю. Окей. Получили вот такую поверхность. Давайте отключу ее. Solid. Extrude. Подниму ее на некоторое расстояние, отключу, верну нашу поверхность. А я нахожусь в солиде, правой клавишей мыши по Displine поверхности, Convert, Displine to BRep, окей, видим, появилась у нас поверхность. Далее мы делаем, верну наше тело, выбираем инструмент Fit Body, выбираем поверхность как инструмент для разрезания и смотрим, что у нас получилось. Получился вот такой элемент. Далее я, наверное, ускорю и немножко масштабирую, чтобы посмотреть это в массе. И вот я размножил все эти детальки. Давайте посмотрим. Insert, Inspect, Zebra Analysis. Ну, вот так все это выглядит здесь. Давайте перейдем. Верну это. Отключу нашу картинку. Перейду в рендер. И назначу, например, вот такой вот. Желтый цвет. Запустим рендер и посмотрим, что получилось. Так, вот такую картинку у нас получилось сделать достаточно быстро, несложно. Спасибо за внимание. До новых встреч.